В Краснодарском крае проводится акция «Своих не бросаем». Для этого кубанским казачьим войскам открыт специальный единый счет для пожертвований. На эти деньги будут закупать самые необходимые в настоящий момент вещи и доставлять их напрямую в зону специальной военной операции. Одним из пунктов сбора помощи славянским мобилизованным ребятам стало районное казачье общество. Совместными усилиями администрации, депутатов, районных общественных организаций были собраны продукты питания, теплая одежда, кухонный полевой инвентарь, предметы личной гигиены, а также открытки с благодарностями защитникам Родины от славянских школьников. Участвовали все. Прежде всего администрация, депутаты, Славянский районный комитет женщин-солдатских матерей, местное отделение Красного Креста, общество глухих. У нас артисты очень активно принимали участие, но мы непосредственно очень тесно сотрудничаем со всеми. Славянское районное казачье общество очень сильно нам помогает. С поддержкой администрации депутата вот мы собрали такой большой сегодня груз и пытаемся с концертом сейчас доехать, ребят порадовать, сказать им большие слова поддержки, любого из дому, тепло из дому их поддержать. Загруженная гуманитарной помощью «Газель» отправилась к месту дислокации славянских мобилизованных. Казаки, комитет женщин и солдатских матерей держит постоянную связь с нашими ребятами и продолжит оказывать всю необходимую им помощь и поддержку. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».